пятницу сохранится жаркая погода, но синоптики обещают небольшой дождь. 27 июля в Сарове в течение дня велика вероятность осадков. Утром плюс 21, днем воздух прогреется до 27 градусов тепла, ночью плюс 19. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь. Утром плюс 21, днем столбики термометров поднимутся до плюс 30, ночью плюс 19. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В столице облачно с прояснениями. Утром плюс 20, днем до 28 градусов тепла, ночью плюс 22. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.